Всем привет! У нас сегодня в обзоре кошельки от фирмы Tatonka модель Skin Waste Pouch, который идет в двух цветах. Артикул 2860. Каковы же особенности этого кошелька? Сейчас узнаем. Модель Skin Waste Pouch выполнен из 210-го тинилона рипстопа. Дорожный поясной кошелек для денег и ваших документов. Незаметен под одеждой для скрытого ношения на теле. Сделан из очень легкого материала, не раздражающего кожу. Итак, давайте пройдемся по особенностям. Сразу хочется обратить ваше внимание, что здесь кошелек открывается с помощью застежки Velcro. И внутри мы здесь имеем одно отделение. Плюс ко всему, здесь есть еще и маленькое секретное отделение на змеечке, куда можно положить мелкие вещи. Также этот кошелек имеет специальные секции, куда можно положить ваши документы. Также есть еще одно глубокое отделение. Плюс ко всему, есть еще отделение на молнию. Во всяком случае, в этом кошельке очень много всяких карманов. Но это еще не все. Один внешний карман на молнии для мелких вещей. Также не стоит забывать, что здесь есть еще одно отделение. Как бы является маленьким секретным отделением, которое можно что-то положить, либо с помощью него зафиксировать этот кошелек на поясе. Также здесь есть специальный материал, который не раздражает вашу кожу. И плюс ко всему, вот такой вот ремень поясной, который на резинке и позволяет легко регулировать его на вашем теле с помощью вот такой вот защелочки. Идеальное решение для тех людей, кто любит много путешествовать. Покупайте реально крутые кошельки на сайте madrinet.com.ua.